59-летний уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрекся от титула вора в законе. По данным, Мухаметшин обратился с заявлением на имя начальника ГУ МВД по Москве, указав, что больше не является вором в законе, поскольку, по его словам, просто таковым себя не считает. Согласно информации, Мухаметшин проживает в Москве, был судим за подделку документов, разбой, хранение оружия и побег из-под стражи. В 1994 году его короновали по рекомендации известных московских воров в законе Андрея Исаева Роспись и Владимира Савоськина, Савоська. По некоторым данным, теперь Муха Люберецкий носит фамилию Дегтярев. При его участии в 2014 году был коронован казанский вор в законе Рома Сыч, Роман Сычев. Отмечается, что Олег Мухаметшин стал первым добровольным отказником от титула вора в законе после введения уголовной статьи, предусматривающей привлечение к ответственности лиц, занимающие высшее положение в преступной иерархии.